Итак, всем привет! Это у нас Gadget News! Dugi Mix Lite станет самым доступным безрамочным смартфоном. На этой неделе стало известно, что Dugi Mix дебютирует в продаже в серебристом корпусе с необычным зеркальным покрытием на задней панели. Помимо декоративного эффекта, глянцевая серебристая панель Dugi Mix имеет и практическое применение. Это полезное свойство поможет делать красивые селфи на основную камеру смартфона. Внутри Dugi Mix установлены 8-ядерный процессор MediaTek последнего поколения Helio P25, 6 ГБ ОЗУ, 64 ГБ встроенной памяти, двойная камера Samsung ISOCELL с расширением 16,8 МП. Однако это далеко не все новости о Dugi Mix. Смартфон уже сейчас предлагается по сравнительно низкой цене, но компания-производитель решила покорить аналогичным образом и рынок самых доступных смартфонов с помощью нового Dugi Mix Lite. Смартфон аналогичен с точки зрения безрамочного дизайна и наличия двух основных камер на 13 мегапикселей. Диагональ его экрана составляет 5,2 дюйма, что соответствует 4,7-дюймовому устройству. Также в Mix Lite установлен 4-ядерный процессор, 2 ГБ оперативной памяти, 16 ГБ ПЗУ для хранения данных. Ограниченное число Dugi Mix в серебристом исполнении уже доступно для предзаказа. Стоимость и дата продаж Dugi Mix Lite станут известны немного позднее. Покупаете что-то в интернете и думаете, как сэкономить? Начни возвращать часть денег с покупок в онлайне. Зарегистрируйся в кэшбэк-сервисе EPN. Пользоваться сервисом очень просто. Достаточно выбрать нужный магазин на сайте epn.bz и совершать покупки, как обычно. Кэшбэк будет начислен автоматически. Вывести кэшбэк можно сразу после получения товара. Выплаты доступны на электронные кошельки и банковские карты без комиссии в рублях и долларах. Регистрируйся в кэшбэк-сервисе EPN и будь счастлив!